Так, мы нарезали кубиками куриную грудку, и сейчас будем это все обжаривать. Вот, сегодня мы приготовим с вами шаурму по-домашнему. Так, пусть наша курочка немножечко поварится, потушится, и мы продолжим. Нарезан лук с морковью кубиками, и будем их сейчас обжаривать на растительном масле. Так, ну что ж, приступаем к нашей шаурме. Все ингредиенты мной уже заранее подготовлены. Листы для шаурмы лаваша подготовлены, и мы начинаем собирать нашу шаурму. Так, первым делом мы делаем слой майонеза, кетчупа, и все это вот так вот смазываем. Вот. Далее у нас пойдет морковь с луком, немножечко вот так для вкуса. Думаю, этого достаточно. А далее идет у нас грудка. Раскидаем по нашей шаурме. Думаю, этого достаточно. Далее идет у нас помидорчик. Вот так вот, таким вот образом. И, конечно же, огуречек. Так. Вот таким вот образом. Так. А теперь мы будем ее сворачивать. Два края этого. И плавненько начинаем заворачивать. Вот таким вот образом. Получилась вот такая вот шаурма. Сейчас мы ее будем класть на сковороду. Так, берем нашу шаурму, кладем на сковородочку и накрываем крышкой. Вот. Теперь она у нас немножечко подрумянится с двух сторон, и шаурма готова. Так, у меня получается сегодня еще три. В общем, из всех этих ингредиентов получится 4 шаурмы. Ну и теперь в готовом виде. Так, поворачиваем нашу шаурму. Одну руку снимать, конечно, неудобно. Вот. И вновь накрываем крышкой. А вот наша шаурма. Получилась в общей сложности 4 штучки. Сейчас снимем в разрежном виде. Не могу, что вообще жму. А вот все в горячем виде, а немножко вот.